Сегодня предлагаю поговорить об искусстве связывания других людей. Есть такая форма искусства. Искусство называется шибари. Там, где в основном, по большей части, связывают женщин, да, красивыми узлами, руки за спину, какие-то здесь кресты, значит, все, значит, сдавлено, стянуто. Вот, напоминает по ощущениям, скорее всего, вот эти вот ощущения, когда мы рождаемся, да, когда влагалище сдавливает нам голову, шею. Я сейчас говорю про тех, кто родился не через кесарево сечение. Там ощущения другие. Мы сейчас говорим про естественное деторождение, да, через влагалище. Это напоминает... А вот скажите, а почему именно это напоминает? Ну, потому что это было самым первым ощущением, да, когда человек появился на свет, через влагалище матери. Когда сокращается матка и пытается выдавить ребенка из влагалища, то, конечно, вы понимаете, да, что ребенок и так, и так, и так, то есть его поджимает вот эти стены влагалища, когда выталкивается ребенок на свет Божий. Я так уже подробно объясняю, чтобы вопросов не возникало, и все было понятно. Вот, значит, вот такой идет перенос, да, желание еще раз прожить вот эту родовую травму, желание еще раз испытать колоссальную беспомощность, да, ведь если вас связывают, вы не можете ничего, вы связаны, ну, реально, ноги, руки, что происходит во взрослой жизни, и во взрослой жизни еще происходит проникновение, то есть когда маленький ребенок рождается, да, и в него ничего не проникает, кроме соска матери, получать необходимые элементы через материнское молоко. А здесь вот идет такая перверсия, да, то есть женщину, ну, давайте разберем женщину, мужчину также могут связывать, давайте разберем сейчас женщину, потому что это мужчина будет связывать. Извините, такое долгое вступление, но просто хотелось бы, чтобы вы немного включили фантазию. И сейчас перейдем к картинкам, чтобы закрепить материал. Когда женщина связана, в нее по итогу проникает мужской член, да, мужской фалос. То есть это акт насилия. И условно приходится употреблять это слово насилие, так как некоторым женщинам нравится это. Это некое отыгрывание травмы. Мы сейчас говорим не о том, что это плохо или хорошо. Мы просто пытаемся понять, почему это происходит. Почему это происходит, хочется еще раз испытать эту беспомощность, но в более safe environment, в более безопасной обстановке. Вот таким образом. И отыгрывать, отыгрывать, отыгрывать постоянно вот эту травму. Психика таким образом защищается и деградирует прям туда, вот в момент рождения, чтобы не испытывать какой-то силы воли, да, чтобы этому не противостоять. Произошло в каком-то таком возрасте, когда женщина не могла себя защитить. Сейчас с вами на вот этом остановимся, размышлений, да, почему это с женщинами происходит, почему они волонтерят, почему они хотят в этом участвовать. Вот мы на этом ставим точку, потом, если что, будем развивать эту тему дальше. Сейчас я предлагаю перейти к профилю мужчины и посмотреть, кто же это такой любитель связать? Пожалуйста, внимание на экран. Я только вчера говорила про инженеров. 33 годика мужчине, он врет, ему 44 на самом деле. Напиток в руке мы помним, да, значит, не докормили грудью, вот это желание постоянно что-то выпить, 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 дососать, да, допить. Вот этот алкоголизм, когда уходите вот в состояние младенца, агу, агу, ничего не понимаю, валяюсь, да, обоссанный под забором. Но это не про него, это я просто так отвлеклась, извините. Смотрим дальше. Вот, пожалуйста, занимается, это болдеринг, ну, это просто скалолазание, значит, демонстрирует свои накачанные руки, такой прям весь. И вот такие фотографии какие-то странные, то есть они как-то все в динамике, он не позирует, но якобы какие-то папарацци за ним следят. Вот, пожалуйста, еще фотография с бильярдным шаром заигрывает, вот прям и так, и сбоку, и раком, ну, короче, по-разному. Ну, такой вот нарциссическая такая вот тема, неприятно смотреть. Вот еще, пожалуйста, что за Конан Варвар какой-то, что это за... что за завоеватель какой-то стоит, значит, смотрит на свои земли.
Ну, такое какое-то. Не может ровно стать, чтобы его лицо было видно, вот как на паспорт, нет? Вот, пожалуйста, еще фотография. Он нигде в камеру не смотрит, у него вот как проблема с фокусировкой. Ну, ладно, я пристаю. Так, вот, пожалуйста, еще фотография. Мы сейчас подойдем к этому, к шибари, к веревкам. Сейчас, секундочку, я и так пытаюсь быстро идти. Вот, значит, с этой вот веревкой он, значит, эта веревка трется об его руки, об его ноги, там он переворачивается, она трется об его гениталии, об его вот, обо все трется эта веревка. Обратите внимание, да? И когда вот он занимается скалолазанием, там же тоже веревка присутствует. Вот следите, да, за мыслью. Я сказала, software engineer, 33 года, это что он там, по программному обеспечению, да, вот это вот, как инженер, 6,2, высокий, хи-хи. Читаю описание быстро. Wildland firefighter turned software developer vaccinated. Значит, сначала тушил пожары, потом переквалифицировался, стал разработчиком программного обеспечения. Town hobbies include reading science fiction, yoga, board games, cooking and film. This is how you know I'm a snob. Смотрите, что пишет. All of my outdoor hobbies are derivatives of moving through interesting terrain with or without rope. И типа язычок показывает. С веревкой или без веревки. I know a lot of knots, not all of them are for climbing. Типа, понимаете, да, намекает, что он знает очень много разных узлов, как завязывать, но не все они для того, чтобы, значит, заниматься скалолазанием. Not currently partnered, eventually looking for a long-term primary, but open for different connections. Ну, конечно, кто на такой будет клевать? Какие-то девушки, опять же, мы возвращаемся к началу этого видео, травмированные, и он готов к разным connections. То есть он, в принципе, понимает, да, какая на это откликнется. Очень травмированная девушка, очень травмированная женщина. Вот это его желание связывать женщину. У этого человека роман с веревкой. То есть он не хочет с вами заняться сексом, связать вас. Вот есть такая вот личность, условно, да, вот такая вот девушка, и у него сильное влечение к этой девушке, и он хочет вот ее связать и, значит, заняться с ней сексом. Именно с этой личностью. Вы понимаете, да, о чем я говорю? Здесь речь об этом не идет. Он хочет просто тело, кусок мяса, который он сможет связывать и делать с этим телом что-то через свою веревку. То есть у него нету понимания того, что вот я мужчина, у меня есть пенис, я могу с женщиной сексом заняться. Нет, у него через веревку. Это что-то третье в паре. Я сейчас не говорю про секс-игрушки, это чуть-чуть другое. То есть по итогу, какой можем сделать вывод? Встречаются двое людей, у них просто совпадает конфликт. Вот мне писал подписчик, не знаю, подписчик или подписчица, не помню, по поводу Лободы и Крапивиной. Она написала, девушка, ну, наверное, девушка писала, что, возможно, любовь слепа, что-то такое. Любовь не слепа, просто конфликты совпали. Точно так же, как и здесь. Девушка травмированная хочет, чтобы ее связывали и насиловали, чтобы отыгрывать эту травму. И вот, пожалуйста, полностью, значит, расплавленный мозг у инженера, который хочет связывать тело, да, тело дышащее. Он это тело будет насиловать. Интерес у него не в этой вот девушке, а именно интерес у него в этой веревке. То есть у него через веревку идет возбуждение. То есть он идет в горы, лазает на этой веревке, возбуждается, потом вот ищет кого-то, чтобы кого-то связать и, значит, такое вот недвигающееся тело, ограниченное в движении, ну, насиловать, получается, это насиловать, это же не обоюдное какое-то согласие, и когда вот человек может вас обнять во время секса, там, что-то попросить, там, как-то давай повернемся так, сделаем что-то так, нет, понимаете, то есть это, мы не будем говорить, что это какая-то перверсия, это, безусловно, перверсия, но все-таки больше бы хотелось смотреть на это с точки зрения отыгрывания травмы, как у этого человека, да, так и у потенциальных вот желающих присоединиться. Если вы ищете все-таки более нормальных отношений, стоит такой профиль, да, скажем так, пролистывать. А если у вас есть какие-то фантазии, это одно. Если есть травма, это совершенно другое. То есть, если вам хочется что-то попробовать, это ваши фантазии, не факт, что так же будет и в реальной жизни. То, как вы себе это делаете вот в голове, разыгрываете. Понять, да, почему мне это нравится. И тогда пойдут флешбеки, и можно будет выйти на чистую воду, так сказать. Ладно, такой вот выпуск сегодня получился тяжеловат, да? Ну ладно, спасибо вам, что досмотрели его до конца. Увидимся с вами в следующем видео.